Мариэлла, кто не придумывал имена несуществующим детям в отеле с любовником? Как правило, начинал это он. Я вам расскажу про Мариэллу. Так назывался паром Стокгольм-Хельсинки, дом на воде, джаз-бандом и рестораном. И вот мы на темной воде, в каюте без окон. Свет такой тусклый, что лучше б и не горел. Я сижу голая и заинтересованная. Тусклый свет, запах хлорки, печенье на тумбочке. Вдруг орёт пожарная сигнализация. Он говорит: «Да это учебная». Она орёт и орёт. Мы сидим голые. И он говорит: «Ну что, зовем Мариэлла?» А я говорю: «Смешно так называть ребенка в честь парома». Вой затихает. Лампочка мигает и гаснет. В коридоре слышен стук швабры.